День, господа. Позиция ваночка для ног свинжи, выводящая токсины. Выпускается он в такой упаковке. Показания к применению этого введения токсинов, варикозное расширение вен, хрупкость сосудов, нарушение кровообращения, отечность конечностей, тяжесть, усталость в ногах. Первым считается пакетик, если смотреть с лицевой стороны слева направо, первый слева. Более подробную информацию читайте на нашем сайте. Всем удачных продаж!